Добрый день и очень приятная минутка. Наконец-то мой длиннорог поспел. Первые два перчика я уже срывала и сделала из них то, для чего я и хотела вырастить этот перчик для перцовочки. Вот такую красоту мы уже даже и попробовали. Длиннорог. Гром горы Лангхорн. А Лангхорн — это длиннорог. Гром горы длиннорог. Перчики по описанию до 1,5 метров, поэтому я считала, что их в горшках будет очень неудобно выращивать. Но вот горшок у меня 4 литра и 7 литров. И перчики всего-навсего. Сейчас посмотрим. Вот если мы меряем от корня, вернее, не от корня, да, от начала, где растет перчик, а не от горшка, то получается у нас всего-навсего 42 сантиметра. 42 сантиметра. А вот в 4-литровом он даже где-то 46 сантиметров вырос, чуть подлиннее. И перчиков тут больше пока оказалось. И первые поспели, они вместе съелись одновременно, все перчики. И по описанию перчики должны быть до 50 сантиметров. Получается 22 сантиметра перчики, 22-25, но это самые длинные перчики. Тут многие вот так сильно закручиваются, они короче оказываются. Какая красота! И я мечтала его вместо змеи в перцовочку положить, когда увидела фотографию в интернете. Ирина Владимировна мне прислала. Спасибо, Ирочка, за семена. И он оказался даже лучше, чем я ожидала. Почему? Потому что я думала, просто для красоты, думаю, что ж там будет за перец сам, его вкус. Это же очень важно. Но оказался он очень нежным ароматом и очень нежной остротой. В описании до 30 тысяч шу, я бы сказала, не больше 10 тысяч шу в перчиках, вот в этой красоте. И поэтому перцовочка получается очень нежная, очень ароматная, приятная. Ну а если туда мы еще положили лимона, цедру, чуть-чуть еще, и муж обязательно кладет мед, и еще он добавляет немножечко корня имбиря. Ну вот получается, конечно, замечательное. Вот скоро у меня день рождения. Надо приготовить несколько бутылочек таких вот. Вот сегодня эти перчики уйдут уже в настоечку, в перцовочку для дорогих гостей. Вон какая красота получается. Ну, любую основу мы берем в магазине, что продается. Конечно, хорошего качества стараешься покупать. Вот такие перчики. В общем, их можно спокойно растить и на окне. Для таких вот целей. Вот он уже дальше пошел расти, еще выше. Он такой свисающий, листочки у него, и поэтому он такой раскидистый. Мы его подвязываем немножко. И веточки хоть и тоненькие, но они достаточно крепкие. Самые перчики очень тонкостенные, сами тоненькие и тонкостенные. Они почти ничего не весят, просто буквально граммулечки. Поэтому веточкам не тяжело их держать. Ну, всем пока-пока!